Здравствуйте, друзья, с вами Андрей. И сегодня у нас полный бой клана Империал против клана Турк. Очевидно, что это турки. У них полный взвод, из клана Леон у них там, видимо, гость, но часто его с ними вижу, может быть, даже перейдет к ним в клан. Тоже сильный топовый боец. И один боец из клана плюс 39 у них, тоже гость во взводе, очевидно. Выхожу на Вейланде и занимаю позицию. Ищу хороший вектор. Неудачно я вышел, по мне выстрелили шоками, и я отразил шоки в своих союзников. Старайтесь, друзья, так называется выражение, не отсвечивать. Не отсвечивать, чтобы не передавать шоки. Но у меня не было выбора, мне нужно было найти вот такую позицию, где я смогу стационарно встать, чтобы моя команда могла бегать ко мне лечиться. Бой только начался, но счет уже 2-1 у нас. Счет только что потеряли мы одного бойца нашей команды. Еще тоже хорошо стоять, в принципе, даже если по мне будут шоками стрелять, я в режиме лечения нахожусь, буду постоянно лечиться, а противник будет тратить на меня, соответственно, наведение, свои выстрелы, и в этот момент он не будет стрелять в мою команду, а у меня, соответственно, появляется возможность поражать противника химерами. Да, я собираю сейчас урон в какой-то степени на себя, но это приносит большую пользу на самом деле моей команде, потому что, уничтожая меня, они в этот момент не стреляют в мою команду, и мы продолжаем удерживать инициативу. Противник, стреляя в меня, подставляется под урон нашей команды. Пытаются меня ребята прикрывать, кстати. Но, в принципе, уже мало у меня ХП, но, тем не менее, продолжаю постоянно лечиться. Заодно можно замерить, кстати, сейчас на очень концентрированный по мне был огонь, насколько все-таки хорошо Вейланд лечится. Все-таки сожгли на этом рубеже Вейланда. Захожу, попробую попрыгать здесь на вортексах. Первым же прыжком наношу тяжелые повреждения вражескому спектру. Сейчас попробуем по Булгасаре сработать. Неплохие повреждения на 25% наносим по вражескому Булгасаре. Одним вортексом добиваем спектр за препятствием, чтобы он не выпрыгнул, не разрядил свои накопители по нам. Я пытаюсь успеть отойти. Зашел на меня Хаечи, я не успеваю. Кэнини, игрок клана Турк, сжигает меня Хаечи 3 аркан. Молодец, зашел, рискнул, не знаю сейчас, какая у вас судьба. Я захожу на Пурсу и разойти сейчас с левого фланга. Самое лучшее место здесь на Риме для Пурсуира — это среди вот этих зданий. Сидеть в засаде и ожидать ошибок противника. Появился внезапный инквизитор. Зря он это сделал. Он даже не успевает использовать прыжочек в стелс-режиме. Там появился еще Хаечи, и меня еще обходит Хаечи. Я спрятался в этом бетонном кармане, и мне сейчас может не хватить времени. 7 секунд, 6 для перезарядки, 5. Я должен отсюда выскочить и хотя бы успеть убить одного робота. Перезарядился у меня режим ускорения со стелс-режимом, и я атакую сразу Хаечи, который меня не видит. И пытаюсь сразу же спрятаться, отойти за препятствия. Жесткая за мной погоня. Буквально расходует своего робота на меня боец из клана турков. Удается ему уничтожить моего Пурсуир. И я выхожу на спектре, на гидрах сейчас поработаем. Разряжаемся по Хаечи, так как у него уже не было энергощита. И повреждаем его за счет того, что частично энергощит уже был снят. Хорошую набрали мы здесь инициативу. 21 робот противника уничтожен. Наши потери составляют на данный момент 14 машин.
То есть мы полностью ведем и постараемся также здесь спокойно отыграть, удерживая инициативу по убитым роботам. Отлично себя гидры проявляют в смертельной битве. Просто являются убийцей спектров. Не очень хорошо гидры работают по Булгасаре, но тем не менее беспокоит их, если вот с разных сторон стрелять, чтобы наносились гидрами урон сверху или ракеты миновали физический щит. Я захожу сейчас на Хаечи, пытаясь помочь моей команде, атакует Салам. Удается немножко снять энергощит, и Салам добивает противника. Все, уже идет зачистка. Последнее сопротивление. Две машины всего у противника остается. И мы выигрываем, друзья, этот бой. Успевает Буба? Да, Буба успел добить вражеского спектра. И бой остается за нами. Вот такой бой против турков, друзья. Спасибо большое за внимание. С вами был Андрей. Стараюсь снимать для вас новые полные бои. Скоро выйдет несколько интересных серий сильных тяжелых боев. До новых встреч!